Сегодня Троица, 12 июня 2022 года. И вот по традиции на Троицу собирают букеты. Вот я тоже решила собрать очередной букет. Ну, из полевых цветов и тех, которые у меня есть в наличии на даче. Ну вот посмотрим, что же здесь цветочки собраны. Ну, пион прежде всего распустился, очень хорошо пахнет. Гвоздичка вот такая вот, махровенькая. Эти маки красные, вот собрала. Три мака взяла, они очень осыпаются. Вот другой осыпался. Вот его. Осталась начинка. Так, вот здесь вот такой сорвала одуванчик. Из больших вот этих цветочков. Вот тоже красиво он смотрится вообще. Ну, решила в композицию вставить. Вот еще гвоздичка одна. Вот это полевой цветочек. Красивый. Синенький. Так. Ну, такие ромашечки полевые. Это тысячелистник. Уже который распустился. Вот. Листья березы являются атрибутом, обязательным атрибутом этого праздника Троицы. Даже вот брали веточки березы, и сейчас берут, и стояли с ними в церкви на службе. А потом целый год хранили. И считала, что они охраняют жилище. Так, что еще мы сюда вложили? Вот колоски обязательно. Колоски для благополучия. В семье. Вот. Это липа. Липа вот первый раз в этом году она зацвела. Вот цветочки появились на ней. Так что я тоже решила поставить. И пчелки летают, залетают в голову. Хотят укусить. Ну, вот здесь полевые цветочки.